Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре электрошокер дубинка-парализатор-молния YB1188 «Оса». В комплекте содержится провод для зарядки шокера от сети 220 вольт и сам шокер. Главной особенностью данной модели является ее внушительный размер и боевые насечки на корпусе. Сильный удар такой дубинкой нанесет серьезный урон нападающему. Также шокер удобен для переноски на поясе благодаря специальной прищепке. Снизу по традиции расположен разъем для зарядки и выключатель, он же предохранитель шокера. В шокер встроен яркий светодиодный фонарик, обладающий тремя режимами работы. Это приглушенный свет, режим максимальной яркости и мерцающий режим. Яркости фонарика более чем достаточно в большинстве случаев. Шокер обладает выходным напряжением 9 миллионов вольт. Такой разряд пробивает одежду толщиной до 6 сантиметров. Короткое воздействие вызывает сильнейшую боль по всему телу. А воздействие в течение 3 или 5 секунд может привести к потере сознания у вашего противника. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать шокеры на зарядке более 2 часов, так как это может вывести из строя аккумулятор. Приобрести данную модель, а также подробно ознакомиться с технической информацией можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».